10-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы с иммунологией» проходила 16-18 ноября в Москве. Она была организована кафедрой нервных болезней Института профессионального образования и отделением медицины сна Университетской клинической больницы номер 3 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Общероссийская общественная организация «Российское общество сомнологов», Национальным обществом специалистов по детскому сну и Российским обществом исследователей сновидений. Участники конференции обсуждали физиологию и нейрохимию сна, инсомнию, сновидения и другие формы психической активности во сне, синдром обструктивного апноэ сна, особенности и расстройства сна детей, методологию исследования цикла сон-бодрствования и другие медицинские аспекты сомнологии. В ходе конференции прошел бесплатный цикл обучения по программе дополнительного профессионального образования «Актуальные вопросы сомнологии» с выдачей удостоверений государственного образца. Кроме того, участникам конференции были начислены образовательные кредиты в рамках разрабатываемой Минздравом модели непрерывного медицинского образования. Ни дня без утреннего стула не стоит в жизни проводить. Нет благотворней процедуры, чтоб без болезней долго жить. Чего я вам и желаю.